какой целью, расскажите, пожалуйста, приехали. Ну, в Уфе традиционно много хороших молодых хоккеистов, и некоторые из них привлекаются в состав нашей команды юниорской сборной России. И хотелось бы воочию увидеть, как они играют в вашей команде, потому что команда в этом году играет неплохо. И хочется увидеть, какое место они занимают в этой команде именно, как они себя проявляют. Как оцените инфраструктуру, созданную для уфимских юниоров здесь? Ну, вы знаете, Уфа всегда была одним из центров российского хоккея. Здесь всегда рождались талантливые игроки. И здесь очень хорошие условия для того, чтобы развиваться молодому игроку. Руководство всегда этому способствовало. Не один год вы возглавляете юниорскую сборную России 2001 года рождения. Много воспитанников туда из Уфы вызываете. Довольны ими? Как они себя там проявляют? Но есть воспитанники вашего хоккея, которые стабильно вызываются, которые являются игроками основного состава на протяжении вот этих нескольких лет. Достаточно уверенно выглядят на мировой арене они. Есть ребята, которые сейчас начинают лучше играют, начинают привлекаться. Совсем недавно удачно выступили на мемориале Глинки-Грецки. Довольны выступлением вот этой бронзой? Я, наверное, скажу, что были бы довольны, наверное, первым местом, потому что мы все-таки сборная России, и у нас задача всегда побеждать и занимать первые места. Но, скажем так, я ребятам сказал после поражения в полуфинале перед игрой с американцами за третье место, что, наверное, да, хотели мы получить золотую медаль, но лучше получить бронзовую, чем никакую. Поэтому давайте, ребята, сделаем это. Ну, они выиграли, молодцы, я им очень благодарен за это.